Источник – это основание всего нашего, это важнейшая, это просто важнейшая система и сложнейшая система коммуникаций. Наш позвоночник, каждый его позвонок соединен с большим количеством, то есть со всеми внутренними органами, проще сказать так. Потому что мне не хочется очень много говорить по этому поводу. Мы знаем, что это такое, мы знаем, как важно, когда позвоночник в порядке. Мы знаем, как плохо бывает, когда он у нас просто-напросто начинает давать сбои, когда у нас появляются разного рода грыжи, когда у нас начинает болеть спина, когда у нас все идет не так, как бы нам хотелось. Поэтому я пропадаю. Вы знаете, у меня не очень вредничает компьютер, поэтому если я пропаду вдруг, то такое тоже может быть. Он у меня иногда отключается. Отключается на мой голос. И только здоровый позвоночник дает нам возможность быть и счастливыми, и свободно двигаться, свободно заниматься любимыми делами. И очень хорошо, конечно, позвоночники вообще помогают нам и йога, и физические упражнения, потому что это тоже, в общем-то, духовные практики. Вот терапевт божественного выравнивания – это тоже духовная практика. И мы сегодня будем тоже говорить об этом. Вообще, вы, наверное, все знаете, что здоровый позвоночник не болит. А если уж заболел, то все. Значит, там уже не просто какие-то такие моменты, а на это уже стоит обратить внимание. Потому что обращать внимание на позвоночник, даже когда вдруг где-то как-то, как говорят, стрельнуло и прошло, нужно обязательно обращать внимание, потому что это начало всех начал. Потому что это должно нас просто насторожить. Потому что сами собой любая проблема, которая связана с позвоночником, она просто так не проходит. Вот он наш позвоночник, его величество. И он состоит из шейного, грудного, поясничного и крестец и копчик. То есть вот такая сложная система, но каждый позвонок еще, каждый позвонок соединен со многими другими органами и играет роль в том, что если болит где-то у нас на спине, то это обязательно может болеть и наш, просто наш какой-то орган. И это очень важно. И очень часто мы прибегаем к обезболивающим лекарствам и считаем, что это уже хорошо. Сняли боль и побежали. Вы знаете, я прошла сама в 2015 году. У меня скрутило так, что я просто не могла ни сесть, ни встать, ни лечь, ни ходить. То есть это было что-то. И просто-напросто я тоже пришла к врачу. Мне выписали 5 каких-то таких вот инъекций, но врач, не очень хороший врач, она просто порекомендовала, она говорит, ты понимаешь, это очень сильное лекарство. Ты сделай, пожалуйста, один, но в крайнем случае 2 укола. Тогда ты просто поймешь, что я думала, что у меня вообще тазобедренный сустав, просто там что-то с ним серьезное. Она говорит, ты поймешь, что ты все нормально, что это просто зажим. И действительно, я сделала укол, меня отпустило, я прыгала как козочка, все нормально, все хорошо. А к вечеру опять стала болеть. Где-то дня через 2 я опять сделала, потому что очень сильно болела. А тут, так как мы занимались уже, я уже световую косметологию получила, и мы занимались световой косметологией группой 5 человек. И я вот вся такая, вся просто, ну, больной человек не может быть красивым, он не может улыбаться. Я вся такая скрюченная, говорю, у меня очень болит спина. Она говорит, ты что молчишь? И вот тогда я получила как раз эту профессию и сеанс терапевт божественного выравнивания тела и всего позвоночника. Один сеанс. Больше я не делала этих уколов. Уколов они у меня так и лежат, потому что любой укол очень мощно воздействует на печень, на почки и вообще на внутренние органы. И все. Вот 2015 год, это был конец, по-моему, 27 ноября. Больше я себе не проводила никаких сеансов.
потому что мне хватило одного через 5 дней. Буквально на третий день мне стало вообще легче, хотя сначала было обострение, потом стало легче, легче. Через 5 дней я уже забыла, что такое у меня спина. И с той поры я вот сама уже обучаю и обучала очень много сначала индивидуально, сейчас я обучаю в группах 10 дней, и это просто, да, иногда бывает какое-то обострение, потому что у всех, кто обучается, проходит, идет именно обострение. Может такое быть, если где-то что-то не в порядке, потому что когда появляется боль, когда уже начинаешь исцеляться, то это говорит о том, что все, проблема найдена, и через какое-то время, по крайней мере, к концу курса у всех все стоит на свои места. Вот так. То есть вот такие. И еще самое интересное, что вот более меньше, меньше просто-напросто испытывают, просто-напросто меньше и значительно реже именно женщины, нежели мужчины. Почему происходит? Да просто потому, что мужчины и женщины, они ходят по-разному. Мужчина наклонился вперед, голова вперед, и вот он просто идет, никого не замечает. А женщина, как она ходит? На каблучках, она неторопливо ходит, она держит свою головку, плечики, и, конечно, у нее просто-напросто нормально, то есть позвоночник не занимает, он принимает нормальную форму, и боли вот таких, как порой у мужчин, этого не происходит. Потому что вот незначительный наклон головы вперед уже заставляет наш позвоночник просто-напросто прогибаться. И прогибаться в районе поясницы. Или когда очень высокий каблук у женщины. Каблучок должен быть 4,5 сантиметра. Это рекомендуют все. И просто-напросто это очень хорошо для женщины. И я вот сама заметила, я всю жизнь ходила на очень высоких каблуках, хотя сама высокая. Но люблю каблуки. И, конечно, когда без каблуков приходится учиться заново, потому что вроде бы, да, и с одной стороны удобно, а с другой стороны совсем неудобно, и спина устает больше. Просто отметила. Одеваешь каблучки, даже по Москве ходишь целый день, маленький каблучок, и не устаешь так, как устаешь порой, когда без каблука, потому что просто начинает ныть подошвы под пальчиками. Поэтому, конечно, мужчинам тоже нужно просто-напросто правильно ходить. И, конечно, вот эта уникальная методика, о которой я буду говорить вам, она просто уникальна, потому что это самый экологический способ исцеления позвоночника. Потому что навсегда уходит боль в спине. И просто самое интересное, что благотворно влияет вообще на весь организм. Потому что весь организм, когда здоровый позвоночник, когда позвонки встают на место, органы тоже встают на место, они поднимаются, и человек становится просто счастливым. Причем очень часто вот эта уникальная методика духовного исцеления, она считается как духовной, потому что когда проходит исцеление именно с этим методом, то уходят очень многие кармические такие проблемы у человека. И вот врачи и хиропрактики в Германии, они просто вылечивают пациентов за один сеанс, добиваются выпрямления позвоночника. И то же самое, причем происходит и выравнивание длины ног, и искривление таза исправляется, и человек просто становится счастливым. По крайней мере, вот я просто счастлива, что у меня так все прошло. Поэтому, конечно, нам надо учиться ходить правильно, правильно двигаться, правильно наклоняться, правильно поднимать любой какой-то наш груз, обязательно сгибать коленочки и все прочее. И, конечно, его величество стрессы. Что же дает нам боль в спине? Да нервы. Потому что мы живем постоянно в такой ситуации, когда люди все просто-напросто находятся в постоянном стрессе. То кризисы, то повышение цен, то что-то в семье, то что-то на работе. И у нас постоянно стресс. Это наш постоянный спутник. И как бы без стресса ни один человек не может просто обойтись. Даже дети в школе то же самое. Начинаются какие-то отношения не самые лучшие между детьми. И у ребенка тоже порой скручивается в спину.
Потому что стресс – это напряжение, это давление, это спазм. И я вот по стрессам проводила, и, конечно, проводила вебинары, и я там четко говорю об этом, потому что вообще клеточная память содержит память и наших предков на генетическом уровне, вот, проще так сказать. И, конечно, вот все эти мышечные зажимы – это невозможно совершить движение, которое мы хотим. Или просто очень часто мы вынуждены сдерживать и наши эмоции, и просто нам приходится со многим мириться, когда любое раньше как-то было все проще. Сегодня мы очень сильно зависимы от работодателя, от того, чтобы не потерять работу, чтобы порой мы зависим от супруга, который зарабатывает, имеет работу, а женщина может не иметь работы, и так далее, и тому подобное. И, конечно, божественное выравнивание тела – это энергия нового времени, энергия третьего тысячелетия. И это процесс, конечно же, божественного изменения структуры ДНК. И очень, ну, вы знаете, как бы вот… как квантовый прыжок в иное измерение, потому что спустя несколько дней или недель вот, после сеанса тело человека возвращает себе то состояние, в котором он был до заболевания. И, конечно же, запускается процесс самоисцеления. И этот вот, это намабахал, этот метод очень эффективно используется в Германии, он там запатентован. Потому что очень хорошо влияет и на грыжи, на исцеление от грыж, острые заболевания позвоночника, даже аллергия, давление. И помогает удалять кармические препятствия, которые также находятся в позвоночнике. А вот Алока Намабахал, вот это он, и вот здесь как раз показано, показывает в своей группе, как проводить эти сеансы. И это достаточно все просто. Ученики буквально в первый же день понимают, как это делать, и даже запомнить не так сложно. Поэтому обучаются и получают такое, что они умеют делать и себе, и другому, и на расстоянии, и по записке, и вместе одновременно проводить. То есть вот все эти практики мы проводим. И, конечно же, вот Намабахал, он долгие время, годы вообще работал медиком в германских клиниках, и он просто видел, как люди страдают, когда у человека болит позвоночник, болит спина. И, конечно же, когда он получил вот такую технику, конечно же, просто целительная техника, которая сама по себе уникальна. И самое интересное, что здесь просто-напросто выпрямляются, как показала практика, выпрямляются, восстанавливаются все функции тела, лопатки, восстанавливается цветовой канал вдоль позвоночника, очищаются меридианы и энергетические тела. И открываются верхние чакры, человек как бы начинает идти по духовному такому пути. И потом вот эта техника, она раньше тоже использовалась в прошлом. И просто ее использовали, когда готовили к определенным посвящениям. А в наше время, сегодня, именно идет работа с физическим телом. И выпрямляется позвоночник и выравниваются тазовые кости. Вот карта нашего тела на позвоночнике. Здесь очень хорошо показан позвоночник и показано, какой позвоночник за что отвечает. Очень, очень интересно и очень хорошее. Когда увидела эту карту, просто вот собираешь какую-то информацию. Я была просто поражена красоте этой карты, где все, действительно все видно. Поэтому я сюда ее просто вставила в эту презентацию, а сама просто вам расскажу по другим моментам. И, конечно, вот, когда мы, я уже говорила, что наш позвоночник создает нам проблемы, когда мы сопротивляемся
своему собственному процессу трансформации, когда мы не порой идем, ну, как бы вопреки своим желаниям. И, конечно, вот опять-таки в каждом позвонке, в конкретных его частях связано очень много проблем с телом. И порой устраняя, когда где-то какой-то зажим или блок, то проблема практически тут же уходит. И вот просто... И вот смотрите, вот я просто перешла к этой картинке, потому что здесь видно, как на каких органах вообще сказывается заболевание. И вот если взять шейный отдел позвоночника, это первый, их 7 позвонков, это и голова, и нос, и уши, это головная боль, это нервозность, головокружение, это зрение, это слух, это придаточные полости носа, это тоже глазные и ушные боли, аллергии, синуситы, вот они отсюда. А третий позвонок отвечает за наши зубы, за наши лимфатические лицевые нервы. И, конечно, когда возникают хронические приступы боли, экземы, углевая сыпь, то нужно обращать внимание именно на позвонки. Четвертый позвонок именно шейного отдела позвоночника. Он отвечает и за нос, за рот, и воспаление любых слизистых оболочек, летние катары, они взаимосвязаны. Так же, как вот охриплость, это голосовые связки, пятый позвонок. Затылок, самое интересное, трапеции видные, вот, мускулы, плечи, оно дает нам напряжение в шейном отделе позвонка, и воспаление происходит в плечевых суставах. У меня такая ситуация, я хожу на йогу, и вот я, по-моему, повредила именно позвонок, у меня просто мышцы зажало. И вот только сегодня, я 3 дня в буквальном смысле, было достаточно больно даже заниматься вот этими растяжными заболеваниями, растяжными упражнениями, потому что все взаимосвязано абсолютно. Поэтому 6-й позвонок – это напряжение в шейном отделе позвоночника, воспаление плечевых суставов. А 7-й – это щитовидная железа, повышенная или пониженная функция нашей щитовидной железы. Очень важная такая железка, которая, вот, пожалуйста, связана с 7-м шейным позвонком. Конечно, грудной отдел позвоночника – это и потеря чувствительности, это и заболевание сердца, легких, бронхов, боли в мочевом пузыре, заболевания печени, амнезии разные, воспаление суставов. Это 5-й позвонок грудного отдела позвоночника. Воспаление вообще поджелудочной железы, 12-перстной кишки, проблемы с почками. Это все грудной отдел позвоночника. Кожные проблемы, корункулы, экземы, ревматизм, вздутие. Это все, опять-таки, грудной отдел позвоночника. Самое интересное, что селезенки и надпочечники очень важные, вот такие, это тоже считается как железки. Они отвечают, конечно же, за иммунитет, и когда у кого-то возникает аллергия, это опять-таки грудной отдел позвоночника. Если уже брать, вот очень часто мы жалуемся на поясничный отдел. Поясничный отдел – это и толстый кишечник, включает сюда и живот, и бедра, и мочевой пузырь, и колени, и простата, и голень, ступни ног. И когда у нас возникают судороги, какая-то повышенная кислотность, понос или все виды колитов, импотенция, недержание мочи, прострелы, жалобы на боли вот именно в поясничном отделе позвоночника, воспаление голени, судороги, выкрок – это все поясничный отдел позвоночника. И, конечно, вот крестовый самый копчик – это прямая кишка, это задний проход, это бедра, это таз. И, конечно, искривление позвоночника здесь тоже играет роль на крестец и копчик. И, конечно же, это очень важно, это очень серьезное заболевание. И я уже начинала с того, что все наши вообще проблемы в социуме, это также зависит от нашего состояния, нашего позвоночного столба. И, конечно, нарушение. Вот шея указывает на то, что порой мы с
сопротивляемся изменениям, застреваем в мыслях, анализируем каждый шаг, каждый выход. И просто, конечно, очень хорошо помогает здесь просто сделать массаж головы или заняться творчеством, садом, или просто записывать мысли по вашим проблемам. И они тоже помогают отпустить боль в шее, кстати. Верхняя часть спины – это когда мы застреваем в верхней части спины, когда мы просто застреваем мыслями и не можем принять то, что идет к нам, или что-то новое не можем принять. И мы живем в прошлом больше, чем в нашем настоящем. И вот йоги, растяжки помогают с этим. И опять-таки рекомендуется записывать мысли, которые часто посещают наш ум и как бы дают возможность тоже принимать и отпускать. Потому что мы не умеем принимать, мы не умеем это анализировать, и вот такие вот проблемы у нас возникают. Средняя часть спины указывает на наши, опять-таки, застрявшие эмоции. И считается, что если боль находится слева, это женская энергетика, если или там с вашей мамой, женская энергия вообще. С правой стороны это считается, что это мужской род. И, кстати, вот когда работаешь, когда просто проводишь медитацию или ищешь причину, действительно начинаешь просто пускать эту энергию. И вот буквально совсем где-то недели полтора назад у меня была такая ситуация, что не проходит, правая рука не проходит. Я говорю, ну давай находим, что? Я говорю, ты, наверное, мужа не пускаешь. Ты, и она говорит, да, ты знаешь, да, вот я не хочу, чтобы он был рядом. А, видимо, в мысли о том, что, а вдруг его кто-то подберет. Вот, понимаете, вот это вот все играет роль. Поэтому, ну и, конечно, когда у нас копчик болит, и область основания позвоночника, нам надо смотреть, вот, работать с программами детства, тот опыт, который мы воспринимали именно от детства. И очень часто мы переживаем наши вот печали детства много раз и застреваем в этом. Тоже очень часто так бывает, когда просто человек постоянно помнит, там, ну, игрушку какую-то подарили, не ту, которую он хотел, или где-то его что-то обидели, и думает, боже мой, ну, и это запоминается, и вот эта обида, она остается. Поэтому, и когда вот мы драму первично создаем, а драма привлекает драму, даже как деньги привлекают деньги, и отсюда идут вот эти образцы. Поэтому просто очень хорошо, что сегодня очень много энергии, которые энергии третьего тысячелетия, которые пришли к нам и помогают нам, помогают справиться с тем, что мы становимся более счастливыми, что ли, да. Мы можем использовать энергии, порой одного сеанса достаточно бывает, чтобы просто человек начал улыбаться. Конечно, вот очень большое количество список симптомов, когда очень эффективно устраняются при исцелении, при сеансе божественного выравнивания тела. Это и боли в спине, и грыжи уходят, сколиозы, и шиасы, артрозы бедренных суставов, высокое давление, головные боли, искривления, боли в мышцах, челюстные проблемы, нарушение сердечного ритма, причем тоже восстанавливается, нарушение слуха, нарушение процессов дыхания, у кого-то уходит астма. Поэтому последствия несчастных случаев, потому что вот у меня болела спина, я была трижды в авариях, и одна авария была вообще очень серьезная, и она дает отголоски до сих пор. Поэтому бывает порой не сладко. Вот так вот. И, конечно, уход за позвоночником, это большое значение имеет, и мы его должны беречь, конечно же, беречь, потому что вообще большинство случаев, которые происходят с позвоночником, это или поднимаем что-то тяжелое, или мы просто одеваем очень высокие каблуки, или где-то мы упали, или просто вот эти... Или с детства, когда ребенок очень мощно растет, у него просто у кого-то падает слух, у кого-то падает зрение, у кого-то вот именно искривление сколиоз, искривление позвоночника. И, конечно, это
духовной энергии, терапевт божественного выравнивания тела, она, конечно, уникальна. А вообще более 70% всех взрослых детей имеют проблемы двигательного аппарата. И, конечно, комплексное кровообращение нервов спины нарушается, и отсюда идет очень много недугов. И когда позвоночные нервы защемляются, то опять-таки доступ крови энергии тоже нарушается. Чакра блокируется, и в итоге человек начинает болеть. И чем больше проблем с позвоночником, тем больше вообще заболеваний. И человек порой не понимает, что является причиной этих самых проблем. Поэтому, конечно, опять, позвоночник – это мы, это наши радостные улыбки. Но вот божественное выравнивание с помощью энергии, вот обратите фотографии до сеанса, вот такие пяточки, и после сеанса. А это вот у моих учениц неровные пяточки, и вот, пожалуйста, она сама засняла это, их много, поэтому я просто поставила вот здесь то, что сделала Гюржайн. Очень хорошо у нее все это получается, она очень рада этому. Я очень много могу говорить о том, что это такое и что это за замечательная практика. У меня очень много учеников именно по выпущенной по терапевту божественного выравнивания тела. Пожалуйста, и результаты, которые получают люди, это просто уникально. Сегодня прошла путь 4 раза больше себя разрешенного в последнее время. Когда сдвинуться с места был подвиг. Это было 2-3 недели назад. И уже 3 года, как она сидеть не могла. В последнюю неделю пошли улучшения. Дошла до мамы и обратно на соседнюю улицу. Сводила ее в банк и обратно. Вечером сходила на собрание в школу. И еще лифт был занят. И на 6-й этаж она рискнула подняться сама. Живет она в Минске. Боль, конечно, еще есть, но это не та пронзительная боль. И что еще? Я не ходила к врачам и не пила таблеток. Я лечилась энергиями, занималась своим сознанием, уговаривала свое тело. Вот так вот круто что-то меняется. А вот еще. Мне крутили, тянули, равняли шею до тех пор, пока я не услышала мягкий щелчок. Я явно почувствовала, что позвонки стали на место. Мышцы на лице периодически тянулись вверх и гримасничали. Так не хотелось покидать это волшебное состояние. Болела сзади сильно, шея за ушами, постоянно стягивала лицо. Энергии шли через ноги, стопы, голени, бедра, ладони, предплечья. Потом энергия пошла вниз, прорабатывая все органы, потом ноги. К концу сеанса пошла сильная вибрация по всему телу. Тело начало раскачиваться. Сегодня так выкручивалось тело и позвоночник, что было ощущение, что меня выкручивают как белье после стирки. Очень удивлена и довольна. И у меня есть, он сам целитель, ученик. Сам целитель, сам обучает йоге. И он говорит, вот канал Кусумы, который идет вдоль позвоночника, когда он получил вот терапевт божественного выравнивания тела и еще серебряный свет. Вот две энергии, которые практически мгновенно запускают канал Кусумы. Он был удивлен. Он говорит, просто нужно заниматься йогой, чтобы это открылось. Вот так. Вот, пожалуйста, еще нюанс. У нас в доме меняет лифты. Поход на 9-й этаж был неприятным. Артроз колени сопротивлялся. А сегодня я спокойно, без боли, колени поднялась. Появилась возможность поднять дополнительную позу полубок. Вот увеличила зону движения. С ней вообще было плохо. До этого недели могла лежать только на боку. Во время сеанса ощущался сильный и приятный поток энергии. Потом за дело взялся доктор Кан. Он бережно и аккуратно работал в области защемления нерва. Чувствовала твердящие, зудящие толчки. Для помощи мне было задействовано очень много энергии высших сил. Сегодня вот уменьшились боли из-за защемленной ноги. Нервы, мышцы немного расслабились. Она поменяла себе, просто поменяла даже положение и могла спать. Там состояние было вообще жуткое. И вот мое предложение. Обучение профессии терапевт божественного выравнивания. Курс, имеете сертификат, курс 10 дней с 19 апреля в группе 6800. И вы получаете такие подарки, как энергия вознесения 999, энергия объединения 999. Я рассказываю и учу, как с ними работать, и даю весь печатный материал. Энергия заботы о суставах, энергия заботы о костях, энергия лосьон для костей,
лечебный вид доктора Канна, энергии заботы о позвоночнике и краниосакральная терапия. Краниосакральную терапию я не давала ни разу. И как-то вот я ее просто не то что, просто как-то обходила. А вот тут просто решила, что нужно дать, потому что это уникальная вообще система. Она просто очень хорошо прорабатывается спинномозговая жидкость, которая омывает головной и спинной мозг, ритмично пульсирует. Она просто... И эти ритмичные колебания происходят только в случае, если черепные кости обладают определенной эластичностью. И это просто уникальная энергия, которая очень мощно помогает в лечении именно и костей, и просто и даже восстанавливает вот именно последствия травм черепа, позвоночника, нервной системы. После вот, посттравматические моменты тоже восстанавливаются. Головные боли различного типа. Бронхиальная астма, лор-патология, синдром височной, причем вот нижнечелюстных суставов, что очень часто болит. И я видела человека, когда он очень сильно позевнул, и у него просто-напросто не закрылся рот. Потом он очень долго восстанавливался, очень долго все это болело. Поэтому вот краниосакральная терапия, она просто-напросто, ну, сама по себе восхитительная и очень хорошо помогает. Просто помогает в работе, потому что здесь просто активируется вся система для человека, вся система позвоночника, нервного столба. И, конечно, его можно проводить и для себя, и проводить кому-то, и просто это энергия, которая сама по себе дает очень большие результаты, потому что очень мощно работает с позвоночником. Она как мануальная терапия и остеопатия. Остеопатия – это сверхчувствительность. А мануальная терапия тоже, как бы руки понимают, куда, где и как нужно нажать, повернуть. И это комфортно для пациента и абсолютно безопасный способ. Когда восстанавливается и подвижность креста, костей таза, суставов позвоночника. И это просто метод лечения опорно-двигательного аппарата. И в практике краниосакральной телесной терапии они очень бережно перемещают кости позвоночника и черепа и освобождаются вот эти зажатые нервы. И вот как раз движение спинномозговой жидкости увеличивается до оптимального потока и кости выравнивают. Поэтому я поняла вдруг, что каждый раз всегда что-то добавляешь, что-то ищешь. И когда... А у меня как-то я дарила... Меня просили мои ученики, я им просто некоторым подарила эту, именно врачи просили. Она говорит, ну, очень хорошая терапия, и вот просто пару недель назад пришла мысль, что это нужно дать, потому что очень хорошо помогает и просто-напросто уникальная. Ну, вот здесь я также показываю для применения краниосакральной терапии хронические головные боли, дистония, именно вот травмы черепа, позвоночника, даже церебростенический синдром, посттравматическая энцефалопатия и просто остеохондроз, предупреждает спаечные процессы и многое-многое другое. То есть это очень интересная терапия, и я ее, когда провожу сеансы, а я сегодня буду говорить об этом, я стала добавлять туда и эту энергию. И за оплату на вебинаре, канал «Вечные Божественные Молодости», при оплате в течение суток, помимо вот всего еще посвящения в энергии магической зажигателя и медитации на устранение боли именно вот с энергией синергетики. Бонусы просто замечательные, потому что настройка заботы о костях – это духовная
это такие энергии, они просто-напросто, как считается вообще любые энергии, во-первых, это все, что касается энергии, это все есть духовное предназначение. И ну, забота о костях, мне очень нравится эта энергия, потому что она очищает карму костей, просто-напросто структурное выравнивание производит для всей нашей физики. Поле оптимальной плотности костей – это просто как бы плотность костной ткани уже через месяц становится, уходит боли в области бедер, улучшаются результаты, и плотность ткани становится серьезной очень, то есть близко к норме. Жизненная сила костного мозга тоже очень хорошо, потому что она помогает, именно эта функция повышает эффективность внутренности костей и помогает костному мозгу вообще вырабатывать здоровые клетки крови. Очень хорошо, это просто замечательная энергия. Ну и, конечно, идеальная концентрация кальция, это само за себя говорит, что потому что мы, когда избыток, когда не хватает кальция, и то, и другое, в общем-то, не есть хорошо. Забота о суставах, очень хорошая энергия, потому что она просто-напросто облегчает боль при движениях, она просто-напросто заполняет сочленение вот между нашими костями, потому что когда кость начинает тереться, то становится просто очень больно и практически там просто порой не пошевельнуться, то есть коленку не согнуть. Способствует восстановлению связок, плечей и тканей, которые нужны нам для нормального движения. Очень хорошая энергия и просто также лосьон для костей. А лосьон для костей, она самонастроечка, но замечательная. Она просто чудо какое-то, потому что она успокаивает. Это тоже духовная такая энергия. Я помню, у меня женщина попросила, Женя, она говорит, ты знаешь, вот я слышала, вот лосьон для костей, у меня так болят там косточки. Я говорю, да, действительно, очень хорошая энергия, очень мягкая, и она просто... как вот действительно как густой белый лосьон, и впитывается в кости, в суставы, уходит боль, уменьшается боль. Замечательно. Ну и магический жиросжигатель, это вообще энергия Лавинии, она достаточно дорогая, она стоит где-то 9 тысяч, по-моему. Она мало того, что она освобождает от жировой клетки, причем от негативных воспоминаний, она очень хорошо увеличивает нашу харизму, генерирует сексуальную привлекательность и очень хорошо работает с нашим телом, с нашими вот жировыми моментами, потому что я думала о том, что очень часто излишний вес, он тоже искривляет, не самую лучшую роль играет для нашего позвоночника, и поэтому чем меньше вес, тем меньше нагрузки на наш вообще позвоночник. Поэтому вот эти энергии я обязательно их добавляю. И энергия заботы о позвоночнике – это вообще чудо, конечно. Это энергия рубина, энергия шиллаки тропическая и жемчужная подушка. Очень хорошая – это тоже духовные энергии. Они тоже очень хорошо как бы вот пропитывают. Я всегда эту энергию добавляла, потому что они очень хорошо пропитывают и косточки, и любые сочленения между костями. Просто замечательно и очень хорошо работает на то, чтобы просто человеку было хорошо. Ну и вот моя любимая канал Вечной Божественной Молодости. Потому что вот вы посмотрите, покровители канала – это Архангел Метатрон, Божественные Космические Родители, Мать-Земля. И что я могу сказать? Да, мы, в общем-то, не молодеем. С каждым годом мы становимся все старше. А костные ткани становятся более рыхлыми, костный скелет становится более хрупким и ломким. И очень часто бывают травмы костей, связок, сухожилий. И чем старше человек, тем сложнее это все восстановить. А вот энергия канала Вечной Божественной Молодости работает на уровне ДНК. Она, что она делает? Она вообще пробуждает
память нашего организма именно к саморегенерации наших вот здоровых и молодых клеток и восстанавливает костные ткани, суставчики и дает нам, увеличивает гибкость физического тела. Но самое интересное, что она еще и омолаживает внутренние органы, омолаживает, подтягивает кожу, наполняет организм вообще энергией молодости и здоровья, улучшает вообще работу опорно-двигательного аппарата, восстанавливает костные ткани и наполняет весь наш организм живительной энергией молодости и красоты. Она восстанавливает водно-солевой баланс в организме. И со временем уходит и пигментация, и отечности. Восстанавливается также и обновляется эндокринная система. И, конечно же, увеличивается иммунитет. И, естественно, мы меньше начинаем просто-напросто болеть. Поэтому вот эти энергии, они, конечно, уникальны сами по себе. Вот такие вот подарки, которые я приготовила для вас, потому что уникально, замечательные энергии. И вот смотрите, девочки, сеанс принимала сегодня лежа. Вибрация пошла по всему телу. Усиления были в ногах, в руках, наиболее сильно шла работа в колене. Шла работа с позвоночником и кожей. Появилось покалывание в области сердца, потом прошло, ощутило энергию в руках, ощущение комфорта после сна. Ощущаю приятный, как журчащий ручеек энергии. Они меня обволакивают, как кокон. Создают ощущение покоя и комфорта. Энергия просто-напросто заполнила все. Погорячили поясница, крестец. Очень заболела правая нога. Энергии проявляли себя в разных частях тела. Это было очень интересно и приятно. При словах о позвоночнике вдруг сияющий белый объемный жгут обвил весь позвоночник спиралью внизу сверх. Внутри все покачивалось и вибрировало. Потом долго работали с копчиком и правым тазобедренным суставом. И противная боль в ноге ушла. Вот так. Появилось чувство чистоты, свежести, как будто выкупалось в чистом озере. Выправляли, вытягивали правую ногу. Пошла прохладная энергия по пояснице. Вчера у меня был первый пациент. Пациент сразу почувствовал, как энергия пошла в копчик, а потом по позвоночнику, потом в руки и ноги. Ему стало жарко. Сильно вытягивала ноги, крутила колено. Энергии у меня шли мощно минут 15. Потом тише и тише. Мне тоже стало жарко. К концу сеанса заболели руки и заболела поясница. Когда я перестала чувствовать поток в руках, я увидела, как золотистый белый поток перестал наполнять меня. Пациент заснул. Я укрыла его, оставила на 30 минут. Потом он рассказал мне о своих ощущениях. Сегодня вечером он позвонил и сказал, что ему сильно вытягивает спину и шею. Завтра буду мужу проводить сеанс. И 3 человека у меня уже на следующей неделе. Мне пришла мысль, что канал Терапевт Божественного Равненное Тело и все средства энергии, который работает с телом, одновременно убирает травмирующие факторы с энергетического пространства, успокаивая пациента. Это огромная благодарность за все, что вы дали. Потому что эти энергии, они просто уникальны. И вот я хочу вам предложить еще, помимо терапевта божественного уравнивания, то есть помимо профессии, авторскую программу восстановления позвоночника, суставов и костей. 10 сеансов. Один сеанс стоит где-то 1200-1300. Здесь поставила 6000, но сегодня 3000 рублей за 10 сеансов. А здесь будет работать где-то около 100 энергии. У вас будет запись сеанса, которую я после 10 сеансов, которые вы получите, заряжаю для вас, конкретно для вас, и он будет действительно еще 2 месяца. Начало сеансов, ну, где-то вот с 19 числа, в 19.00 или там в 19.30 мы решим. Это будет создан специальный чат. И я не проводила еще так, чтобы давала потом сеансы, которые будут работать с вами 2 месяца. То есть месяц, еще 2 месяца. 3 месяца вы будете получать вот эти и вот эти вот сеансы. Потому что это очень серьезная методика и очень много здесь работы, и когда у вас будет запись, и когда вы будете принимать, я
вы принимаете, а я работаю здесь, чтобы каждый принял этот сеанс, потому что результаты очень хорошие. Вот, пожалуйста, я сегодня даже растерялась, такого обилия подарков. Душа ликует и поет, и хочется что-то подарить. Ну, вот любовь за знание, опыт и щедрость. Во время посвящения в энергии, которые шли, наслаиваясь одна на другую и усиливая их воздействие, чувствовалось к концу сеанса очень мощные движения в теле. И в 14 часов они не хотели затухать. Во время усиления канала терапевта божественного выравнивания энергия чувствуется как легкая, невесомая, теплая, и боли не было. Магический жаросжигатель уже мощнее было, особенно ощутимо работала в области живота и бедер. Двигалась интенсивно круговыми движениями вокруг тела, поднималась по спине. Запута позвоночники, суставы в костях, энергия еще усилились, а когда вошла медитация, то тут все энергии разом проявились и усилились. Золотая энергия Творца из космоса потоком пронизывала все тело. Работали с косточками и суставами. Ощущала, как энергия круговыми движениями работала с локтями, коленями. С левым коленем больше, потом с плечевыми суставами, шейными позвонками и грудными. Потом проявились до поясницы, и она начала гореть. Потом энергия переместилась в голову, лицевые кости подтягивались вверх, и сам череп тянули аккуратно с шеи. В общем, энергии вовсю порезвились напоследок занятий. Кисти, стопы горели, а причем в поясе возникла боль. Просто вот я не вижу, по-моему, и до сих пор есть ощущение. То есть она вот описывала в тот момент, когда она это получает. Когда шло ощущение, было чувство, что снимали и убирали через ноги что-то липкое. Подтягивали лицо, и было давление на скулы. Как-то незаметно отпустила боль в грудном отделе позвоночника. На сеанс легла с температурой, больным горлом, насморком, состоянием нестояния. Болею в общем. Поставили запись, и тут же транс проснулась. После сеанса почувствовала себя вменяемой, бодрой, даже аппетит появился. Поел, чай попила. В голове такая ясность. Приятно очень. Энергия начинает заполнять. Вошли в позвоночник и, дойдя до поясницы, креста заключили эту область в узкую трубку, довольно жесткую, как все это чувствовалось. И потом что-то, и там что-то происходило. Ноги обули в горячие носки, и я отключилась. Очнулась в конце, тело было наполнено теплыми волнами, а на ногах опять были горячие гольфы. Проблемы в шейном отделе. Много времени провожу за компьютером, и зрение еще находится в минусе. Ощутила покалывание, сдавливание, тяжесть. Но все недолго. Я так понимаю, что тело покалывает, где проблемы и как идет работа. Энергия плавно распределяется по всему телу. Это пишут ученики. Здесь нет ничего измененного. А вот, пожалуйста, пространство моей квартиры очистилось, стало тихо от разного вида звуков. А на руке исчезла выступающая косточка. Вдруг неожиданно обнаружила. Вот и кончились наши волшебные сеансы под руководством Галины Сеевой. За этот период исцелились важные для меня области моего тела. Копчик, седалищные мышцы, пальцы на стопах, руки и мой позвоночник. Я чувствовала, где работает в моем теле чудесная целительная энергия. Видела их цвета, их движения. Когда находясь в зоне комфорта, я повелевала дать сигнал, где они сейчас работают. Я его получала в шее, в руке, в стопе. Замечательной энергии, низкий поклон и благодарность Творцу и высшим силам. И высшему я, да, Галина Сея. Но я еще раз говорю, что я имею серьезное запрещение посвящения, инициации, но я проводник. И еще, вот, пожалуйста, в результате у меня волосы укрепились. Даже не думала про это. По костной системе стало немного легче ходить. Не так тяну ногу свою проблемную. И поясница, когда я стою, не так ломит. Состояние улучшилось. Кости размягчились. Появляется этот ком, например, что стопа может становиться так, как раньше, не могла ее поставить. И предпочтения в еде изменились. Хочу еще сеанс по костной системе. А потом более спокойной энергией ниже перебирали косточки. Не хотелось прощаться с энергиями. Вообще, да, девчонки все пишут, что они не хотят выходить. Ну, вот, по-моему, из энергии, потому что энергия очень мощная и хорошая. У меня во время сеанса почему-то энергии начали прорабатывать суставы пальцев ног. Потом пяток, потом до коленей. Постепенно появились ощущения, что распухли все ноги, а энергии поползли выше. После первого сеанса терапевта божественного выравнивания тела через 3 дня встала и забыла, что болела спина и не могла двигаться. Позвоночник как бы вытягивался. Такое ощущение, голова крутилась во все стороны, шея встала на место и ушла в длительная боль, что просто доставала.
Почувствовала очень сильную боль в правой ноге. Когда меня беспокоит, но вскоре эта боль прошла. Мне не хотелось открывать глаза, и я еще некоторое время лежала, наслаждаясь внутренним состоянием и состоянием своего тела, с радостной улыбкой на лице. И вот я бывший инвалид. Почему? Вот пишу бывший. Потому что, работая последние 3 недели с настройками, я стала практически здоровым человеком. Сейчас просыпаюсь без боли, нормально хожу, чуть-чуть прихрамываю. И такое ощущение, что вырастили полноги. А каждый сеанс был разным. Я в восторге, а мои родные даже не верят. Они в растерянности, что ходить не могла. А теперь, что молодая, бегает, уже бегает. А да, я обнаружила, что я похудела за это время на 1 размер. Сегодня меряю джинсы и бац, а они-то большие. Продавец смеется и говорит, вы себе слишком хорошо думаете. А, я еще использую ваш магический жиросжигатель. Отлично работает на моем животе. Вот так, он не мой, он всех. И это просто повтор. Я практически закончила обучение профессии терапевт божественного выравнивания, сертификат, курс 10 дней, 6800. Бонусы, которые вы, это очень много энергии, энергия вознесения, энергия объединения. Я научусь с ними вас работать. Энергия забота о костях, забота о суставах, лосьон для когтей, энергия забота о позвоночнике, крайне сакральная терапия и канал Вечной Божественной Молодости и авторская программа по восстановлению позвоночника, суставов и костей 10 сеансов, стоимость 3000 рублей. И запись, уже говорила, заряженная будет еще после 10 сеансов, еще на 2 месяца. Сеансы принимаем через день, 3 раза в неделю. Вот считайте, месяц вы будете под энергией, еще 2 месяца будете отдельно заниматься. Сами, без меня или прямо также в чате. Начало сеанса с 19. Ну вот практически, да, вы получите здоровый позвоночник, свободное движение, гибкость, легкость, радость, счастье и очищение от причин заболеваний. Потому что я провожу также очень мощное очищение пространства. Неважно, я провожу это по омоложению или просто по работе с позвоночником. Я сначала провожу очень мощное очищение, именно очищение пространства, убирание причин ваших заболеваний. Вот так. И все встает на свои места. Конечно, я хотела сегодня еще рассказать вам о японском методе коррекции фигуры, который очень хорошо помогает и который тоже выравнивает позвоночник, выравнивает тело, она достаточно, и она просто еще делает стройной и уходит вес. То есть вы вдруг начинаете обнаруживать у себя просто-напросто талии. Это японская методика коррекции фигуры. Вы ее тоже получаете на обучении, потому что там все показано, как руки складывать, как ноги складывать, как вытягиваться, как подкладывать или какую-то просто продаются такие валики, или вы сами его делаете. То есть вот все это есть, это очень хороший, причем это еще и омолаживает. И что я хотела? Вот сегодня, девочки, я это слушала, у меня это самое интересное, нашла записи. Но дело в том, что мои ученики и мастера, они сегодня выложили замечательную вот такую вот выдержку. Я ее сегодня вам прочитаю не всю. А вот просто то, что самое важное, что очень важно для каждого человека. Когда мы говорим «я желаю тебе достаточно», мы желаем человеку, чтобы в его жизни было достаточно хороших вещей, которые бы поддерживали его. И вот смотрите, «я желаю тебе достаточно солнца, чтобы твои дела были яркими. Я желаю тебе достаточно счастья, чтобы твой дух жил. Я желаю тебе достаточно боли, чтобы маленькие радости казались больше. Я желаю тебе достаточно денег, чтобы сбылась твоя мечта. Я желаю, чтобы в твоей жизни было достаточно здравствуй, чтобы они поддержали тебя, несмотря на прощай навсегда». Очень мудрое. Действительно, мы всегда хотим. Ой, я хочу так много того-то. Я тебе желаю много того-то. А вы пожелайте каждому и себе в первую очередь достаточно, чтобы у вас было достаточно любви, чтобы вы достаточно любили,
чтобы вы достаточно имели все, что вы хотите, чтобы все это у вас было в достаточном количестве. Я практически закончила свое выступление. Я скоро ухожу вообще в такой творческий отпуск. И в мае, 18 мая я улетаю на учебу. И просто думаю, что вот этот курс, который я провожу, это до августа, я его больше проводить не буду, скорее всего. Поэтому я просто приглашаю вас на курс по обучению, получение профессии терапевт божественного уравнивания тела. Я приглашаю вас на сеансы, потому что вы все лето будете как бы под защитой вот этого сеанса, что вы всегда его можете принять, чтобы обезболить. Там будет и обезболивание, и там очень мощная энергия, и космоэнергетики, и синергетики, и канала блока Хотта, и еще мощная энергия, которая у меня есть от универсальной энергии. У меня огромное количество энергии, больше, значительно больше 1000 посвящений, поэтому энергия будет, сеанс будет очень-очень мощный и результативный. Есть ли у вас вопросы? Если есть вопросы, задавайте, потому что я готова ответить вам на эти вопросы. Хотелось как можно быстрее, не задерживать вас, я понимаю, что я уложилась 58 минут, и это очень хорошо. Я понимаю, что очень поздно уже. Если у вас нет вопросов, значит, сейчас мы проведем сеанс в энергии Творца. Хорошо. И я так полагаю, что мы его проведем в маленькой медитации. Я приготовила ее именно по... Если сломан позвоночник, но это только будет плюс. Просто это будет большой плюс для позвоночника, потому что он просто потихонечку начинает восстанавливаться, потому что это энергия, божественная энергия. И очень часто позвонки встают на местах, сами того, искривление уходит. Поэтому сломан позвоночник, вы же, наверное, ходите, вы же, наверное, двигаетесь, или вы не двигаетесь, вы сидите... Можно ли сеанс принимать ребенку 2,5 года? Вы знаете, вот эти сеансы очень хорошо помогают детям с церебральным параличом. Поэтому это духовная энергия. Я думаю, что да. У меня не было с детьми никого, но задавали вопрос просто, естественно, когда энергию... А вы становитесь каналом, потому что вы проводите. Отлично, очень хорошо. Да, через меня вы получаете, Людмила, да, конечно, вы, я вас знаю. Поэтому я даю энергии любому ребенку, даже однажды давала 6-месячному ребенку. Просто, вы знаете, вот когда ребенок маленький болеет, я помню, когда у меня дочка заболела, 6-я часть таблеточки мы ей давали. То же самое и здесь. Вы просто даете энергию в уменьшенном количестве, потому что вы понимаете, что это ребенок. Вот и все. Потому что вот эти энергии, они не могут просто-напросто быть во вред. Это исключено абсолютно. Отломанные отростки шеи, не поняла, но энергия, они ставят все на свои места. И я так полагаю, что и при сломанном позвоночнике вреда не будет. Я так думаю. И сейчас, если мы готовы принимать сеанс в энергиях Творца именно по работе с позвоночником, они же омолаживающие, потому что работа с камнем пятерочки, плюсики, сердечки. Себе любимому.
ставим, а я готовлю музыку. Садимся удобно. Прикрываем глазки. Нас здесь много, все дали согласие, потому что энергия вас просто будет расслаблять. Высказать намерение желательно и обязательно. Плюсики, восьмерочки. И спинка прямая, или вы можете лечь. Делаем глубокий вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох. А сейчас вы просто-напросто берете каждый меня за руку. И мы входим в некую бело-голубую дверь, встаем вокруг круглого стола и выкладываем на этот стол все, что вас беспокоит, все, что вам не нравится, ваши страхи, боль, опасения, переживания, обиды, нелюбовь, безденежье. А я прошу Творца трансформировать все в свет и любовь и вернуть каждому. Выкладываем. А я открываю энергию освобождения. Я открываю другие энергии. И прошу Творца почистить пространство присутствующих в портале. Убрать причины заболеваний, причины ситуации внутри, вовне, по всем родам и воплощениям, насколько это возможно в данный момент времени для каждого из принимающих. Прошу очистить от магических программ, от глазов, порчи, разных посылов, доброжелателей, обидчиков, завистников. И прошу все это трансформировать в свет и любовь и вернуть хозяину. А сейчас мы открываем свое сердце и наполняемся безусловной любовью. Внутри себя, каждую клеточку и вокруг себя. Я прошу энергии продолжать очищать пространство каждого из присутствующих. А я открываю энергию для работы с космос-системой всего организма. Для омоложения физического тела. Для восстановления структуры головного и спинного мозга после инсультов, переломов черепа, позвоночника, кровоизлияний, поражений параличу. Я открываю эти энергии.
я открываю обезболивающий канал, который дает маленькую временную амнезию, но не притупляет сознание. А сейчас просто почувствуйте поток энергии. Прочувствуйте. Руки положите так, как вам удобно. Можно держать гасю. Почувствуйте, как энергия проходит у вас, напитывает вас. Эта энергия позволяет вам исцелить, восстановить нарушения в организме, которые дадут вам новые возможности, новую радость в жизни. Энергия усиливается. Пропитывает вас, пропитывается все ваши тонкие тела этими энергиями, чакры, энергетические каналы. Расширяется ваше сознание. И этот поток идет и сверху, и снизу, со всех сторон. Он наполняет вас огромной энергией, жизненной энергией. Он убирает все лишнее, все привязки, эмоции, мысли, ощущения. Это происходит очень быстро, тотально и без каких-либо задержек. Энергия растворяется в вас, а вы растворяетесь в этой энергии. И сами стали этой энергией. И вы просто наблюдаете. Растворитесь в этой энергии так, чтобы не осталось ни мысли, ни эмоций, ни чувств, ни ощущений, только осознание чистого потока. Здесь просто мощное очищение, наполнение, исцеление. Просто наблюдайте. Энергии сами сделают то, что нужно. Мощная энергия работает с вами на уровне души и духа. Энергия также заполняет всю структуру
ваших костных тканей, позвоночник, прилегающих к ним органов, наполняет жизненной энергией, а вы просто наблюдаете. Структурирует мягкие ткани. Ощущения могут быть самыми разными. Энергия работает и с вашими мыслями. Также исцеляет кармические нарушения, родовые, индивидуальные. Работает любовью, открывая сердце. Ну вот, наш сеанс подошел к концу. Медленно приходим в себя, глазки открываем, закрываем, и опять открываем. Можно потянуться, можно попить водички. И делаем такой энергообмен творцом. Вы получили энергию. И напишите несколько слов о том, как шли энергии, как прошел сеанс, насколько вам это понравилось. Я каждого ввожу из портала, портал закрываю. А энергии будут продолжать с вами работать. Еще предполагаю, что до утра. Мы приходим в себя, пишем, навыгребала, и гребла, даже не знала, что столько. Благодарю, Светлана. Отлично.
Блаженство, да, блаженство. Очень болело сердце, потом боль ушла. Замечательно, Нина Никина, вообще здорово. Очень хорошо. А еще вас тут много. Закрепляйте свой результат. И у меня болело. Благодарю. Вначале пошел холодок по шейным и грудным отделам. Потом, не менее, там же. В конце сеанса стало жарко и состояние идет. Вот я с вами сегодня работала. Но я открыла серьезные энергии, которые с вами очень мощно чистили, и еще пространство будет очищаться. Там очень много энергии, там просто, ну, больше 200. Но конкретно сеанс я с вами, я вам проводила, сейчас скажу, сколько энергии. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 энергий, которые работали с вами конкретно на, вот именно на позвоночник. Энергии очень мягкие, приятные, легко и спокойно. Благодарю. Я вас тоже благодарю. А учеба будет осенью? Нет. Учеба будет вот в следующей неделе. А потом только осенью. Я так думаю, потому что надо просто отдыхать. Поэтому приходите сегодня. И цены у меня сегодня низкие. И подарков очень много. Энергия шла по всему телу. Работала абсолютно с каждым органом. Благодарю Светлану. Болела нога. И прошла там и тепло. Боль прошла. Замечательно в позвоночнике. Отлично, Нана. Очень хорошо. Вообще, это уникальная энергия. Особенно энергия финергетики. Завтра я о ней буду говорить. Поэтому приходите завтра. Я думаю, что завтра не будет такой задержки. Александра, пошла густая, мощная позвоночник. Встреча потом была как в тумане. Выстрелила в глаз так, что потекла слеза. И выстрелила в правое ухо. Благодарю. Непроизвольно выпрямилась спина, поднялся подбородок, покалывала чувствительно в левой пятке, где шпора. Благодарю. Я чувствовала только холодную энергию. Замерзла. Болят плечевые. Как интересно, мне все пропало. Вот такое бывает. Поэтому мне компьютер, я еще раз говорю, у меня сам включается и выключается. Все, убежала. Ну что ж, я вас всех благодарю. Пожелания. Галина, благодарю. У мамы сегодня сильные боли в ногах. Во время сеанса боли усилилась. И мама терла ногу. Сейчас лежит спокойно. Отлично, Людмила. Замечательно. Приходите на сеансы. Кто не хочет обучаться, приходите на сеансы. Не пожалеете. За 3000, 3 месяца вы будете с этим. Поэтому приходите на сеансы, приходите на обучение. А такого количества подарков, ну, я не знаю, мне кажется, больше мне никто не дает. Тем более я обучаю живьем. Вы все меня видите, вот как сейчас. Я вижу вас. Работающий скайп обязателен. Потому что мои ученики всегда, я работаю всегда живьем. Я благодарю вас всех за ваше присутствие здесь. За время, которое подарили мне. И желаю вам добра. И чтобы у вас всегда все было достаточно. Куда приходите, вы, вот Татьяна Маликова вам пишет, скайп она ваш тоже показывает. Да, подарков много, Вера, спасибо. Ну, потому что подарки порой приходят такие, какие необходимы конкретные группы. И такое бывает. Поэтому приходите. Я буду очень рада вам, каждому из вас. А на сегодня я благодарю вас всех. Я благодарю Татьяну Маликову. Я очень люблю у нее выступать. Мне просто нравится. Это моя ученица, к тому же. И просто мне она очень нравится. Я благодарю. Я буду еще тут. Если какие-то вопросы будут, задавайте. А вообще я вас жду. Приходите. Это будет самое лучшее для вас, потому что вы получите потрясающую. Вот вы почувствовали, всего-то было 10 или 12 минут. А так вы будете полчаса сеанс принимать, 20, 10 сеансов, это 20 дней. И плюс потом еще 2 месяца. Я вас всех благодарю. Благодарю всех моих учеников, которые меня всегда поддерживают. И пока-пока.